актовом зале Международного инновационного университета царила поистине праздничная атмосфера. Атмосфера настоящего карнавала. Зажигательными песнями и танцами. Яркие номера для преподавателей и студентов подготовили самые активные и творческие учащиеся инновационного университета. Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Они тоже вышли на сцену и стали частью большого праздника. Вообще, в Международном инновационном университете уделяют большое внимание не только образовательному процессу. Здесь каждый студент может проявить себя и творчески, будь то танцы, песни или КВН. Я хотел бы поблагодарить свой университет за возможность развиваться не только профессионально, но и творчески. Именно сегодня проходит у нас новогодний вечер, где мы выступаем для наших любимых студентов. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить весь свой город и свой университет с Новым годом. И пожелать всего самого хорошего в Новом году. Зрители праздника благодаря концерту погрузились в сказочную атмосферу и забыли о проблемах и делах. Впереди новогодние праздники. Ну а для студентов это очень ответственное время. Время зачетов и экзаменов. Поэтому вот такой заряд положительных эмоций им уж точно пригодится. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.